Корги очень милая и добрая порода пастуших собак. Впервые они появились в Уэльсе. По легенде, людям их подарили феи, которые использовали песиков, как ездовых. Кстати, эта порода самая любимая у королевы Елизаветы II. Очень нравились эти собаки и девушки по имени Мэдисон Палмы Соединенных Штатов. Однажды она увидела объявление о том, что хозяин бесплатно отдает своего семилетнего корги. Даже несмотря на то, что собака была в другом городе, Девушка решила ее забрать. Когда Палм пришла по адресу, где жила Корги, то она очень поразилась. Во дворе дома были гружены каркасы от старых автомобилей, вокруг которых бегали наполовину одичавшие собаки, а запах во дворе был, как на свалке. Нашла Мэдисон и Корги. Немытый хозяин сказал, что зовут собаку Кора. Он особенно ею не занимался. Прививали Корги только раз, каждую течку она приносила приплод из семи-восьми щенков. Собака была грязной и голодной. Кормилась собака где придется. Часто ее миской был мусорный бак, где она доставала какие-то огрызки. Однако уходить Кора не хотела. Девушке даже пришлось взять ее на руки и долго нести, чтобы она не убежала обратно. В гостинице Палм отмыла и накормила собаку. Затем она собралась и поехала в аэропорт. Вот здесь и приключилось самое интересное. Новая хозяйка переживала, что Корги будет недоверчивой и может даже дикой. Однако все оказалось наоборот. Мэдисон и Кора сидели в зале ожидания. Вдруг собака сорвалась с места и побежала к мужчине, который сидел напротив. Собака села возле него и стала внимательно смотреть. Незнакомец оторвал свой взгляд от ноутбука и просмотрел на собаку. Когда Палм подошла забрать Кору, она увидела, что у мужчины на глазах слезы. Оказалось, он недавно потерял собаку. Эта корги напоминала его питомца. Немного поиграв с Корой, он ожил и стал улыбаться. Мужчина на память сфотографировал собаку. Он поблагодарил Мэдисон за то, что она позволила ему пообщаться с собакой.